Всем привет! Сегодня мы решили проверить в известном всем приложении Акинатор, знает ли это приложение, кто такая Фандю. Давайте загадаем сейчас с вами Чихуахуа Фандю и посмотрим, сможет ли вот этот вот умный Акинатор ответить нам. Так, поехали, Фандюш. Первый вопрос. Ваш персонаж мужчина? Что отвечаем? Нет. Какой же я мужчина? Я не мужчина, я собачка. Второй вопрос. Вашему персонажу больше 25 лет? Ну нет. Вы же знаете, да, что нам 20 января исполнится 6 лет. Третий вопрос. Ваш персонаж человек? Я бы, конечно, сказала, что человек. Посмотрите на нее. Ваш персонаж животное? Да. Собака? Ого! Так быстро? Да, собака. Мы собака. Ваш персонаж снимается на канале LED Pets? Ну нет же. Да-да-да-да-да. У вашего персонажа мужское имя? Нет. Ваш персонаж кусает людей? Ну, возможно, частично, да. Ваш персонаж щеночек? Все думают, что щеночек, ну, возможно, частично. Ваш персонаж есть в Инстаграме? Да. Если кто-то еще не подписался, давайте. Ваш персонаж маленький? Да. Есть ли в вашем персонаже что-нибудь женственное? Да, платье. Мы же любим платье. Вот, смотрите, какое красивое желтое платье. Ваш персонаж связан с YouTube? Ну, конечно. У вашего персонажа есть брат? Нет. У нас есть сестра где-то. У вашего персонажа были дети? Нет. Господи, когда эти вопросы закончатся? Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Фондю. Нет, 5. Ваш персонаж известен своим видео на YouTube? Да, хоть это и совсем не скромно. Ваш персонаж пушистый? Нет. Ваш персонаж белый? Нет. Та-дам. Я думаю, это Юмичу, ну нет. Люблю, конечно, Юмичу, но это же совсем не я. И мы решили продолжить играть в Акинатор. Персонаж Чихуахуа? Ну, утром еще был Чихуахуа. Это... И Акинатор снова не угадал Чихуахуа Фандю. И снова, и снова. Фандю уже устала играть в Акинатор. Так много вопросов. И решила немножко вздремнуть. Но мы не сдаемся и продолжаем играть. Фандю, выходи из домика. Сейчас она злится, когда я пытаюсь из домика выцеганить. Время шло, мы продолжали играть в Акинатор. А собака продолжала ждать, когда мы в него закончим играть. Ну не угадает он меня, коту уже понятно, что ж вы мучаетесь? Он уже думал, что я морская свинка, ламантин, певица Земфира, бешеная черепаха, Владимир Путин. Но до сих пор не угадала, что я Чихуахуа Фандю. Ой, пропустили! Я думаю, это Чихуахуа Фандю. Ну, наконец-то мы тебя, Фандюша, нашли. В общем, друзья, ищите нас не только во всяких там приложениях, но и на нашем канале YouTube, в Instagram и в социальной сети ВКонтакте. Мы везде есть. Подписывайтесь. Пока-пока, мои любимые.